Всем доброе утро. Завела я ребенка в садик. Вот. Потом 2 или 3 часа. 3 часа получается я спала. Вот. Сейчас хочу покушать, попить чай. И буду заниматься домашними делами дальше. В садике уже разговаривают, уже без психов. В группу сбросили фото моющего, которое закупили за наши пока еще деньги. И садик еще кое-что там дал. Поэтому все нормально. Тебя бери, снимай влог. Снимай. В лоб. Скажи, куда мы идем. Рассказывай что-нибудь. Куда мы идем, Полина? На рынок. Идем тебе ботинки покупать, да? На завтра, на утренник. Какие-нибудь босоножки посмотрим. Либо что-нибудь. Да? Да. Сходили, купили ботинки. Сейчас идем посмотреть гольфики. И что-нибудь из одежды купим малой. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришли мы уже домой. Мои пошли, а я стою сейчас, жду банщиков. Нужно показать баню. И если захотят, возьму залог. Вот, купили, значит, малой мы только босоножки. Потому что ничего другого вообще в выборе не было. Ну, как бы сейчас, понятно, не сезон, но из нарядного, в принципе, взяли там серенькие. Ну, нормально. Вот на 8 марта ей будет походить и на выпускной. Вот. Думаю, за 2 месяца уже нога не вырастет. И себе взяли по 4 пары носков. У нас по 50 копеек. Я постоянно покупала по рубль 50. Сейчас по 50, офигеть. Прикол, главное, пришла в садик малую забирать. В итоге смотрю, у меня в шкафчике лежит 6 рублей, которые я сдавала на моющие. Блин, заколебали. Сегодня утром мне попытались их отдать. Ну и вчера там попыталась она отдать. Только мне. Ну типа, мы не собираем, но мне отдали, остальным нет. И, короче, смотрю, лежит вот этих 6 рублей. Утром я возвращалась 2 раза, получается, из дома в сад, из сада в дом, потом снова в сад, потому что я брала постирать ботинки малой, и, короче, я их дома забыла. В итоге моя малая была сегодня босая, ну, босая буквально там 10 минут, пока я ездила за ботинками, вот, привезла, и ей сказала, говорю, ой, типа, я ничего не сдавала, короче, ничего не знаю, берите и тратьте на что хотите, мне пофиг. Ну, как бы я сдала-то на моющее. Вот. В итоге, блин, вечером уже эти деньги лежат в шкафу. Так я что, с ней буду перекидываться этими деньгами, что ли, блин? Я взяла их назад, забрала. Думаю, да ну вас нафиг. Иначе он, чей-нибудь ребенок залезет в шкафчик, возьмет эти деньги, и они не берут, я что, должна на колени становиться и предлагать? Им не надо, да и мне не надо, господи. И быстро и моющие нашлись, и... Короче, как хотят. Куча носков у нас. Вон твои шлепанцы, Полина. Я и забыла даже, что мы их купили. По дому гонять. Иди свои ботинки смотри. Босоножки. О, смотри, какая красота у тебя. Завтра будешь красавица прям. Да? Скажи, что ты от меня хочешь? Я есть хочу, да? Полина, вон шарики еще сюда высыпай. А сама. Шоколадные. А сегодня ничего не брали, только йогурт и кофе. Дайте. Можно да? Йогурт намакать? Макай, только еще шарики нужно добавить. И оторви до конца эту вот штуку. Хочешь босоножки померить еще? Угу. Давай померяем. Да. Да, смотри, как переливаются. Красивые, да? Да. Но только не под эти колготки, а белые колготочки будут. Вообще красота. Видишь? Покажи. Угу. Даже он Микки и то смотрит на тебя.
Видишь, какие красивые. Да, потом пишу. Вечером с платьицем вместе одену, посмотрим, да? Ну, одень платье, посмотри. Да, сейчас оденем. Вот в итоге, что у нас получилось. Дырочка тоже. Там дырка. О, мама, знаешь, когда мы спали, там заходила, смотри, вот так сделал червяк, пополз и съел орехи так. Угу. Все только. Не все, а чуть-чуть съели. Вот что бывает. Вот нашла там орех лесной с дыркой. Там червяк их повыедал, она в шоке, как он прогрыз. Перебирает сейчас. Так, где там еще дырочка? Ага, там что-то есть. Там еще одна. Ну, там грязь. Ты спать собираешься? Я ищу особенный орех с собой. У меня сегодня выходной был. Вот день такой средней насыщенности. Завтра утренник в 10:30 у нас. Малую уже собрала. Все вещи приготовила. Вот она завтра идет в садик, а потом я в 10:30... Даже не в 10:30, а где-то к 10, либо к 9:30 я уже пойду в сад. Вот, буду ее переодевать и готовить к утреннику. Поэтому все. Всем спасибо, что посмотрели этот влог. И всем пока-пока.